Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров повысил предельный размер выплаты жертвам финансовых пирамид до 35 тысяч рублей. До этого максимальная сумма компенсации пострадавшим от компании мошенников составляла 25 тысяч. Правда, за одним исключением. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сумма компенсации равнялась 250 тысячам рублей. Этих выплат увеличения не коснулось. Саш, то есть если я вложила деньги, а компания оказалась финансовой пирамидой, то я имею право на компенсацию, так? Совершенно верно. Только есть ряд условий. На руках должны быть подтверждающие документы, в которых указано, сколько именно денег пропало. Например, на акциях МММ суммы не указаны, значит и компенсацию за них получить невозможно. Кроме того, финансовая организация должна быть в реестре федерального фонда. Посмотреть список можно на сайте fedfond.ru. Выплачивается компенсация только один раз. Так что постоянно рисковать деньгами и ожидать компенсации, вкладываясь в сомнительные организации, не получится. Саша, как вообще понять, что компания является финансовой пирамидой? Центробанк выделяет целый ряд условий, по которым можно это определить. Добросовестные участники рынка не гарантируют доходность, а тем более очень высокую. Отмечу, что сегодня получать выше 20% годовых в рублях без риска невозможно. Кроме того, на сайте компании должна быть исчерпывающая информация о том, чем конкретно она занимается и в каком финансовом положении находится. Ну а если выплаты вкладчикам производятся только из средств новичков, перед вами однозначно финансовая пирамида.